Олег Федорович, следующий вопрос. Люди же платят. Откуда этот долг? У нас себестоимость воды 22 лет. Люди платят, спасибо. У нас дисциплинированное население, за это я очень благодарен. Платят по 13 лет. 9 лей дефицит. Я еще раз говорю, 100 тысяч лей в месяц дефицит. Этих денег просто неоткуда сегодня брать. У нас сегодня, мы все знаем, цена в Кайраклей, по-моему, 20, в Светлом 22, в Тараклее 22, в Кишиневе 17, в Вулканяшках, я не знаю, везде 18-19. 13 лей – это неподъемная сумма сегодня. Следующее. Я хочу особо на этом подчеркнуть внимание. Кроме водопользования и вывоза мусора, мы оказываем услугу и бесплатно людям даем с бювета воду. За предыдущий месяц только было выбрано 1000 тонн воды с трех бюветов. При себестоимости 1 тонны 22 лея, получается, что 22 тысячи лей Приморье должна изыскать для того, чтобы заплатить, покрыть расходы за ту воду, которая берется. К сожалению, сегодня я хочу констатировать, что очень большие отрицательные, негативные последствия из-за действий некоторых советников мы уже переживаем по факту. Во-первых, из-за того, что советники недоговороспособны и не желают просто-напросто прислушаться к опыту, к многолетнему нашему труду, у нас все овраги заполнились мусором.